Там началась уже жесткая дорога? Нет, еще нет? Не Справляла я Новый год в Сунде. И, короче, что-то, ну там какие-то мухи же летают, какая-то, ну комаров не летает. Я, значит, смотрю, у меня на младшем ребенке что-то такая какая-то хрень вскочила. Комар, что ли, кусил, непонятно. Подумала. Потом, смотри, еще одна. А потом я ему кофточку закатала и поняла, что это ветряк. Блин, ну, слава богу, не очень тяжело. Первый прыщик непонятно, что это. А потом они, когда начинают уже через какое-то время, просто на реально температуру обоих под 40, ну, вот так вот в лёжку. Лежишь, пока наблюдаешь, как они вздуваются. Муж говорит, еще пойду, наверное, строительный валик куплю уже, потому что мазать зеленкой с обоих просто устал. Когда перестали высыпать. Когда перестала высыпать через 5. Причем ты крышь пьешь. Первый смотровой. Офигеть, там облака прям на воде лежат. 1 января у нас уже наступило, новый день. И, конечно же, новые сейчас у нас теперь места будут. Мы в Новом Афоне. А точнее, вот уже к монастырю прям подъехали, нас прям ко входу привезли, даже не пришлось идти, как в прошлый раз мы. Тропа грешников где-то вот там идет, по-моему, вот в ту куда-то сторону. Не пришлось в этот раз избавляться от грехов после 31 декабря. Нас уже привезли ко входу, тут очень красиво, наслаждайтесь вместе с нами. Ну тут, конечно, видок прям зашибенный. Ничего не изменилось, в принципе. Монастырь, как я сказала, действующий. Для осмотра открыт только храм. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Тут, видите, достаточно большое пространство, много строений. Вот. Монахи здесь выращивают оливки. Мы когда будем спускаться вниз, к Цирцхе, я вам покажу эти деревья, они таких, их видно. Потому что здесь достаточно такой хороший климат, и оливки, по-моему, единственное место, где они растут, это здесь. Подходим к святая святых. Ну, мы уже практически внутри, как сказать, монастырского комплекса. Но вот сейчас пойдем прям внутрь туда. Была своя железная дорога. Если подниматься выше, это если ты живешь в Новом Афоне, то на высоте где-то там метров под 580, вот эта гора выше, чем Иверская, находится старый такой вот проводик. То есть если я встану, то локомотив не будет вот так вот, его крыша. Круто вообще 1 января, когда там никого нет практически. Чуть-чуть другое ощущение. Ну а так, в принципе, ничего не изменилось. Ну вот, кстати, автобус подъехал со следующей партией туристов, да. Но мы-то не туристы. Елочка, кстати, у них тут тоже наряжена, вон стоит. Все к Новому году и пальмы. Это как раз оливки. Цирцхе. Твои штуки, да, я узнала. Я вижу, типа как этот самый, да? Да, 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 да. Покажем вам Новый Афон за один день, сколько тут всего, ну и сейчас постараемся успеть. Мы уже тут были, конечно, все практически, ну половину из этого всего видели, но в принципе все равно интересно, конечно же, и покажем вам еще раз. Еще это место, там станция сейчас будет заброшена. Пойдемте посмотрим. Добрались уже до заброшенной станции. Вот там туннель, очень интересно, что там находится, но туда нельзя идти, хотя там никого нету. Очень заманчивое предложение. Ну и вот такая станция, прям эталон всех станций должно быть. Но, конечно, была бы она отреставрирована еще бы. Хотя она и так, конечно, очень круто все выглядит. Собак, тут для кого написано? Нельзя туда идти. Не умеешь, что ли, читать? Все, мы находились, нагулялись. Ну все, практически обошли. На там вот грот, по-моему, называется, или пещера Симона-Канонита. Но вроде туда и программа не предполагает идти. И мы там, в принципе, уже были. Там еще и платно, так что... Так что, время. Будем греться, пить чай. Ароматного чая? Tea time. Такое солнышко, мне кажется, красивенькое прям вышло. Чай с медом. Следующая остановка. Я уже задыхаться начинаю немножко, правда. Анакопийская крепость. Ну, мы проехали полпути, так что тут вообще чуть-чуть осталось подниматься. Здесь мы, кстати, еще не были, так что сейчас будем вместе с вами смотреть. Да, зачилим место, посмотрим. Я говорила про вот эти запасные стороны. Это цитадель. Так вот, ребята, касательно формы. У кого какие мысли? Дети тут говорили, что либо в разное время, либо женская, мужская. Еще какие формы? Почему некоторые башни у нас квадратные, а некоторые круглые? Ну и собственно, знакомьтесь, Анакопийская крепость. Маленький новоафонский монастырь, где мы недавно только что были. Теперь выхожу из заточения, хватит сидеть в клетке, хочу на свободу. Здесь можно прыгнуть уже. Мы, как обычно, не ищем легких путей. Даже прыгать не придется. Изи, изи. Но мы прям по максимуму, конечно, облазили, как могли, тут все везде пролезли, залезли, так что вот наслаждайтесь, как это все выглядит со стороны, через камеру. Ну, а кто хочет, может приехать, поглядеть вживую. Довольно-таки хорошо, круто вообще сохранилось, может, конечно, подреставрировали, но выглядит вообще офигенно. Осталось только спуститься вниз, вон туда, и все, и мы будем дома. Адреналин один. Спускаться. Горная орхидея.